Всем привет! Сегодня мы приготовим запеканку с макаронами, колбасой и сыром. Томатный соус. Выкладываем макароны. Сливочный сыр или творог. Выкладываем в середину. Мелко порезанная вареная колбаса. Тертый на большую терку сыр. Заливаем все горячим куриным бульоном. Ставим в духовку на 220 градусов. Через полчаса вынимаем, посыпаем орегано. Сыром. И ставим в духовку еще на 10 минут. Блюдо готово. Готовится очень быстро и просто. Спасибо всем, что зашли к нам на канал и досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, комментируйте. Мы всем очень рады. До следующих встреч. Пока-пока.